Всем привет! Вы на канале Лазница, меня зовут Вика, и я очень рада вас видеть. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. И сегодня мы будем работать с вот такими вот тонкими волосами мягкими и будем делать прочную и щадящую прическу. Она очень простая в исполнении, похожа на обычную французскую косу наизнанку, но сделана она немножко по-другому, так что я все вам покажу. Первое, что я делаю, это оставляю пряди у лица и пока что закалываю их, чтобы они не попадали мне в прическу. Отделяю первую прядку и немножко ее почесываю. Это делать не обязательно, просто я люблю объем. Это будет единственный начес в этой прическе, и повторюсь, что его можно и не делать. Так, если вы сделали начес, то его нужно сгладить, чтобы его не было видно. И пока откладываем эту прядь. Далее берем резинку силиконовую. И отделяем горизонтальным пробором вот такую вот тоже небольшую прядь. Просто аккуратненько отделили и с одной стороны завязали. Также откладываем пока хвост и делаем следующий. Также горизонтальным пробором отделяем прядь и заводим все волосы на одну сторону. И завязываем еще один хвост на височке. Отделяем следующую прядь и также завязываем. То есть мы делаем хвостики из всех волос, которые у нас есть. Вы можете эти хвостики делать мельче, можете крупнее. Это зависит и от вашей густоты волос, и от того, какую вы хотите косу, крупную или мелкую. Итак, все хвостики готовы. Поправляем аккуратненько, чтобы ничего не торчало с другой стороны. И не было видно проборов. И у меня получилось вот таких вот 4 хвостика. Теперь начинаем творить красоту. Берем нашу первую прядку. Делим ее на две части. И ту часть, которая возле лица, кладем на вторую. То есть вот так вот перекрещиваем их. И не трогая первый хвостик, добавляем эти пряди ко второму. То есть мы как бы продеваем первый хвостик в эту самую верхнюю прядь. Завязываем резинкой со вторым хвостом. И теперь вытягиваем прядки. Как вы видите, первую прядь я не завязывала резиночкой. Это нужно для того, чтобы резинок не было видно. Так как у нас коса будет похожа на обычную. И нам не нужно, чтобы кто-то видел, как мы ее сделали. Прячем все улики, так сказать. Итак, берем опять самый верхний хвост, который у нас есть, делим на две части и часть, которая возле лица, кладем на вторую. То есть меняем их местами, но вот таким вот образом. Верхний хвост не трогаем, а добавляем эти прядки к следующему хвосту второму и завязываем резинкой. Теперь растягиваем косу, можно не аккуратничать, а брать тоненькие прядки и в нескольких местах растягивать. То есть не такую плоскую делать, а наоборот объемную косу. Итак, мы будем двигаться по всем хвостикам, то есть верхний хвост мы делим на две части, перекрещиваем и добавляем через один. Thank you.
делим пополам. Часть, которая у лица, идет на вторую сверху. И вот так вот перекрещиваем. Теперь заводим между ними верхний хвостик, который есть, и добавляем ко второму. Завязываем резиночкой и опять растягиваем прядки. Таким образом у нас получается коса, которая похожа на обычную, но сделана очень прочно. И вы не будете переживать, что выпадут какие-то пряди. Потому что обычно, когда делаешь такую косу на бок, то она быстро растрепается, и это очень обидно. Почему именно та прядь, которая у лица идет наверх? Потому что, как вы видите, коса у нас идет наперед. Просто таким вот нехитрым способом у нас получается вся красота спереди, всю косу видно и очень красиво смотрится. Когда хвосты при голове закончились, мы просто делаем то же самое, делим пополам, перекрещиваем и просто под хвостом завязываем резиночкой. И так делаем до конца. И вот так вот получается шикарнейшая коса. Все будут спрашивать, как же она у вас держится, потому что, как вы видите, она похожа на обычную. Такая прическа делается очень быстро, за минут 15, ну, если вы впервые делаете, то минут 20-30 у вас займет, конечно. Но если приловчиться, ее можно сделать очень быстро. И подойдет она, ну, просто на любой случай. Тем более, если у вас длинные волосы, я вообще не представляю, какая красотища получится. Прядки у лица можно подкрутить, можно не подкручивать, так как прическа у нас очень щадящая, как вы видите. И, как я и обещала, очень прочная. То есть она у вас продержится, пока вы не захотите помыть голову. Ну или резинка не порвется, так что аккуратно покупайте качественные резинки или берите несколько. Мне будет очень приятно, если вы будете повторять эту прическу и отмечайте меня в Инстаграме, потому что я всегда жду ваши работы. Они меня очень радуют, правда. Подписывайтесь на мой канал, если хотите делать красивенные прически. И у меня очень часто выходит видео через день, через два, так что если вы давно меня не видели, то просто заходите на канал. YouTube сейчас не показывает всем видео в ленте, к сожалению. Но я всегда на месте и всегда всех жду, так что если вы обо мне вспомните, то обязательно заходите ко мне на канал. Ну а я буду надеяться, что вам эта прическа понравилась и вы будете ее использовать. Я счастлива, когда мои видео полезны и когда вы присылаете мне свои прически. Я очень это ценю и спасибо вам за то, что вы есть. Помните, что вы самые красивые, и я вас люблю. С вами была Лазница Вика. Всех целую и всем пока!